Так, смотрим сюда. Остановка общественного транспорта, заездной карман. Транспортное средство 0128. Пока инспектора вижу одного. Добрый день! На вас протокольчик пишет? Да. А за что? Да не, это ДТП. ДТП. Просто здесь остановка общественного транспорта, здесь очень строго-настрого запрещено располагаться. Ну, как бы... Не, нам ДТП. Я понял, оформляю ДТП. ДТП. Я понял. Один инспектор, да? Второго нету? Нет. ДТП. Ага. Удостоверение. Нам только удостоверение надо и значок его, и больше ничего, и мы поехали, Саш. Ты, Саня, не надо близко сильно. Не выходи на проезжую, я тебя прошу. А? Ничего, журналисты снимаем нарушение инспекторов. А, какая новость? Дорожный контроль, газета. Дорожный, есть. Журналисты украинской правовой газеты. Можно ваше удостоверение и все, и мы поехали. Мы хотим обратиться с жалобой по поводу вашего расположения транспортного средства. Я включил аварийную сигнализацию в связи с тем, что оформляю... Мы понимаем, мы не видим никакой аварийной сигнализации, у вас проблесковые маячки не включены. Аварийная сигнализация не дает вам права нарушать правила дорожного движения. Вы же это знаете, только включение проблесковых маячков. То, что сейчас отсутствует. Мы засняли все, засняли полную обстановку. Только удостоверение ваше, и мы поехали. Никаких проблем к вам не имеем. То есть, может, вы и правильно поступаете. Мы жалобу напишем, ваше руководство. Пока можно, номер даже можно. А фамилию скажите вашу, фамилию. Ми-0475. А фамилию скажите. Инспектор у нас обманул. Ми-0475. Фамилию спроси. Можете, пожалуйста, фамилию, Чайка. Чайка Николай Владимирович. Все, спасибо, до свидания. Вместе весело шагал по просторам, по просторам, по просторам. И, конечно, припеваться лучше пора. Иголка будет я.